Предупреждение о наезде на пешеходов. В Дербенте в пилотном режиме заработал умный пешеходный переход. Новая система регулировки движения предназначена для предупреждения о потенциально опасной ситуации на дороге. Она оповещает о приближении пешехода и подает световой сигнал водителям. С другой стороны, на расстоянии 100 метров от пешехода расположен датчик скорости, который позволяет выявить автомобили, движущиеся со скоростью более 60 км в час. При приближении машины система подает звуковой сигнал. В момент выхода пешехода на пешеходный переход подается сигнал на данный табло. Появляется, загорается надпись «Внимание пешехода». Создано 3 табло. Это информирует автомобили, водителей автомобилей о наличии пешехода на пешеходном переходе. Внимание! Осторожно! Автомобиль! Внимание! Осторожно! Автомобиль! Они сделали сами за свой счет образцовый пешеход. И я для обсуждения всем жителям города, чтобы оценили, насколько она реально в Дербенте подойдет или нет. Так же мы делаем. Если это большинство поддержит, конечно, будем делать.